Подскажите, пожалуйста, какие суры и сколько раз нужно читать над водой от сглаза, порчи и от болезни? У меня конкретно ситуация, у жены плод лежит не так, как надо. И я хотел сперва сделать причины по сунне. И если сможете, подробно объясните. Бисмиллях, альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. Нет определенного количества, надо читать, например, по 7 раз, или по 5 раз, или по 3 раза. Хотя некоторые, например, Абдусалам Бали книгу написал Сарим Баттар. Он там обозначил по 7 раз. Потом он говорит, я этот хадис есть, слабый хадис, что указывает вот этот рук и читать по 7 раз. Ну, достойный хадис я не нашел, зато я убрал количество. Сколько можешь, чем больше, тем лучше. Можно прочитать. Один из сильнейших лечебных, например, который был сподвижник, который использовал, мы знаем, это Фатиха. Фатиха вылечил того человека, который укусил скорпион. И также от колдовства пророк саллаллаху алейхи ва саллям вылечился, от чего оба суры прочитал. «Кул а'узу бираббиль фалак, кул а'узу бираббин нас». И «Аллаху ля илляха илля хайл кайюм». Такие любой сура выбирает, читает несколько раз голову, например, на джинну поставил, на ухо прочитал, или же на воду прочитал, дал пить ей и сполоснут, если это порча, или же с глаз уйдет. И помимо этого, это тоже делают по суннату, имеется в виду, лечение, дуа делать, потом обратиться к врачу, тоже посмотреть, в том проблеме, это там никакого запрета нету, даже и нежелательного даже нету. Да, сперва обратиться Аллах с мольбой к Аллаху, субхану ва тааля, потом обратиться к врачу, посмотреть, это дозволено, и это даже лучше, в Аллаху алям.